Вроде бы абсолютно банальная картинка. Бетонные лестницы, какие-то перила, слегка поржавевшие, но это на первый взгляд. Разворачиваюсь на 180 градусов, и тут вообще не банальная картина. Вот так и хочется сказать «Ага!» и застыть. Чистейшая вода в бассейне. Ну да, с горной речки. Будет 100% ледяная. Сейчас попробуем. Вода чистейшая, но самое главное, вид какой. Я вот сейчас стою на бортике бассейна. Вот он. И красота. Деревня Лайлаши. Восхитительное зрелище. Но людей нету, мы думали, тут паломничество будет. Ну, конечно, дураков нету в такой ледяной воде купаться. Это только храбрецы окунутся, и все. Я думал самонадеянно нырнуть и поплыть. Как говорится, кролем, брасом, баттерфляем. Какое там? Еле-еле залез и понял, что сводит полностью тело судорогой. Ну, может быть, там 5-10 секунд я бы и выдержал, но не больше. Как будто зимой в проруби купаешься. Ну, горная речка. Обычно, когда мы едем к какому-нибудь источнику воды, водоему, всегда происходит разочарование. Кажется, что мы увидим какую-то голубую лагуну, прекрасное место, восхитительное. Приезжаем, либо лужа, либо что-то такое мутное, грязное. И тут уже думали, в очередной раз сейчас приедем, и будет очередное разочарование. Но это впервые. За место разочарования восхищение. Действительно, вот прекрасная вода с великолепнейшим видом. И холодная. Настолько холодная, что обжигает. Залез я туда и чувствую, что тело гореть начинает после этого. Но удовольствие. Бассейн в длину будет 10 метров, ну, в ширину 3. Довольно-таки глубокий. Можно нырять. Но самое главное, картинка открывающаяся. Кусты ежевики. И вот сама деревня Лайлаши. Подъем крутой, пыльный. Пока на машине поднимались, она вся белой стала. Или седою, как угодно можно сказать. 6 километров приблизительно подъема. Но дорогу делают. Во всяком случае, подготавливают. Тут в самый раз купаться только в летнюю жару. Потому что ну реально вода ледяная. Когда кто-то ныряет, сразу она так через бортики переливаться начинает, перетекать. Мы находимся в деревне Лайлаши. Отсюда вид на водохранилище, от которого турбины ГЭС вращаются. И на горы вид шикарный. А на дальнем плане до сих пор видны облака туманные, которые все застили до перевала Ткибульского.